Приветули! Хотел записать интересное видео. Записывал уже, в принципе, 3D для 2D, где мы переносили. Но этот формат немножко другой. Он тоже из того же формата 3D для 2D, хотя здесь без бэкграунда. Но, в принципе, это 3D для 2D уже иллюстрация. То есть подобранный выстроенный ракурс специально замоделиваем для того, чтобы потом в дальнейшем его использовать как 2D иллюстрацию. То есть не для 3D, а работа с 3D будет чисто для отрисовки. В общем, и сферы стандартно. Все как обычно. Выдавливаем глазоньки. В левом верхнем углу вы у меня видите... Что у меня видите? У меня видите референсы, которые я подобрал. В принципе, будем придерживаться, стараться придерживаться к референсам, чтобы замоделить вот такую 2D-шную пока, ну, подготовка для 2D. Делаем брови. Обязательно, вот, кстати, когда для 2D, вот, хотел рассказать важные моменты. Когда для 2D отрисовки будете делать, в верхней части панели инструментов есть настройка цветового восприятия. То есть, там цветовосприятие, там всевозможные добавления яркости тени и так далее и тому подобное. Ну, вот, суть. Есть там параметр такой, Ambient Occlusion. В общем, этот параметр нужно выкрутить ближе к, наверное, 30, а то и даже к 45%, чтобы для отрисовки было вот эти вот переходные тени, они очень нужны. Когда ты их выключаешь, ну, то есть используешь не для... Ну, то есть модельку используешь не для 2D, а для... Ну, непосредственно 3D, там, анимация, скиннинг, риггинг. Тогда этот параметр вообще никак ни на что не влияет, только визуальная составляющая. Ну, то есть визуальная составляющая именно картинки. А для 3D он никакой не играет роли. Там играет роли только текстура. Поэтому вот этот параметр не забывайте. Вот. Масочкой. Здесь уже я, видели, да, наложил, получается, из цилиндров, сложил, точнее, цилиндры два, сплющил, 4, и у меня получились ресницы, вот, и ушки я сделал тоже из цилиндров, раздавив их, потом еще один цилиндр меш раздавил, ну и потом смешал все вот такое, вот такие вот красивенькие ушки получились. Ушки всегда я стараюсь делать вместе с телом. Ну, не знаю, кто-то делает отдельно ухи, а кто-то делает вообще полностью лицо, там, я не знаю, шея и торс с плечами, даже с руками, вот эту верхнюю прям часть всю, делают все слитно. Я вот делаю только, получается, торс, голова, шея. Глаза всегда отдельно, потому что это самые подвижные меши для анимации. Это сейчас вообще сказал. Тоже для анимации. Ну, в общем, каждый делает по-своему. Вот я хотел это основную мысль сказать. Сейчас я буду делать вот такие вот у нее сексуальные губоньки. Такие. Вот. Сделал, выстрелил из трубочки губки. Самый, кстати, классный, ну, инструмент для, наверное, создания всевозможных вот органических, вот вообще полностью из трубки можно состроить полностью все эти примитивы, пропорции, даже позу все полностью. Масочкой выдавливаю рот. Не буду тут совсем сильно изгаляться. Масочкой не стал пока выдавливать рот. Перекрасил тот меш, где я хотел цветом залить, а вот теперь масочкой выдавливаю рот.
Не буду, говорю, изгаляться. Здесь я просто сделал ей зубы. Ну, то есть такие, положение такое. Я не знаю, как это там, в общем, напишите в комментариях. Без языка. Ну, то есть, не предполагалось даже, что она там будет какие-то мимические. Потом анимирование мимическими морщинами. В общем, с мимикой связано. Там, когда анимируешь, у тебя мимика идет анимации, то тебе нужно делать полностью всю ротовую практически полость, даже вплоть до десен. Не только зубы, ну, то есть казуально, как у меня, но еще и десны. Потому что, когда мимика проходит анимация, персонаж, ну вот, оскаливается, то есть у него после зубов должно идти какая-то плоть, там, даже у казуального. А вот, поэтому здесь не предполагалось такого. Из трубки также выстраиваю красивенькие золотые рога. Хотел сказать бриллиантовые, золотые. Выстраиваю по положению. И здесь я уже работаю с примитивами прически. С помощью, ну, давно, кстати, не использовал драга. Я разровнял прическу, потому что быстрее, ну, точнее, лаконичнее будет выглядеть разравнивание. И выстраиваю также из трубки верхнюю часть волос. Вот тут небольших прядей надо немножко добавить. И нижнюю часть волос, это вот бока. Создал пряди из 3-4 локонов. Начинаю их клонировать и размножать. Подравниваю, какие-то делаю разровнения, подравнения по именно форме лица. То есть все-таки она дальше уже пойдет. Как... А, кстати, если не заметили, работаю с перспективой сразу. Вот здесь вот в нижней левой части экрана, где написано 1000, это чтобы шаги отступить, написано, вот выделена у меня перспектива. То есть, по сути, сейчас работаю, вы видите, как я моделю уже в перспективе. Чем отличается перспектива от неперспективы, да? Понятно. Просто камера сейчас работает как от перспективы. Вот. Дальше сейчас уже в принципе идет работа, подготовка к рендеру, то есть подготовка к экспорту на 2D отрисовку. То есть я уже иду, начинаю точнее раскрашивать, добавлять какие-то элементы украшения и так далее. То есть уже с формами мы практически закончили. Ну и кое-какие меши я объединяю, дабы, ну, допустим, вот здесь вот я изменил среду и все-таки хотел сделать такие у нее полупрозрачные волосы. Потом мне не понравилось полупрозрачные. И в итоге вы увидите в 2D, как у меня, ну, какую я выберу. Даже в 2D я, по-моему, не по-моему, а в 2D я уберу даже эти зрачки. В принципе, моделька готова. Ну вот, все. Для подготовки к экспорту и отрисовке идет просто банальное здесь разравнивание, положение, всевозможная подстройка, настройка. И вот здесь я решил добавить немного ей торсу, потому что в 2D, чтобы виделось, вот, ну, немного, что, потому что в 2D, чтобы виделось. И прядь. В 2D еще добавлю. Вот тут я не записал. Ну вот, в общем, отсюда и расскажу, что я добавлю. Я добавил прядей. Получается, там видео у меня оборвалось, наверное, когда я домоделивал. Проблема была. То ли со светом, то ли сейчас какой-то. В общем, домоделил пряди наверху волос. И домоделил, если вы не заметили, руку. И выбрал вот такой вот ракурс. Все-таки волосы оставил ей просто безматериальные, чисто на базу цвет. И убрал зрачки. Ну, то есть убрал как? Светящиеся эти зрачки, которые вы видели, когда я моделил. Здесь сейчас идет уже полная отрисовка. Забыл сказать в начале видео, что первая половина видео у меня идет в программе Nomad.
версия 1.65 долгожданно ждем релиз до 1.66. А вторая отрисовка идет, где куда мы экспортируем из Номада, сразу в PNG, без заднего получается, ну то есть на прозрачном заднем фоне, экспортируем в Procreate. Procreate, молодцы ребята, они подкачали, обновились еще неделю назад. Последняя версия, я не помню там какая, сейчас не буду смотреть, но они прям молодцы. А вот Номады что-то халтурят. Вот, здесь банально идет отрисовка, добавление Rimlight'а. Сильно здесь практически вы не видите. Нужно было записывать видео. Вот, кстати, таймлапс. Когда записываю видео именно непосредственно рабочего стола, там что-то еще видно. Тут где-то что-то там, какие-то штрихи там я делаю. А сейчас вот когда идет просто с программы экспорт видео, тут практически вот, ну, не видно, что я тут делаю. Ну, я вам расскажу. Идет банальная отрисовка теней жестких. Плюс добавление хайлайта или римлайта, то есть подсветки, ну, то есть где-то окклюзию, где-то тень нужно добавить, как вот я сделал на волосах. Есть полностью отрисованный элемент, как вот, допустим, глаза, их не было, полностью 2D отрисованный. И здесь сейчас, в данный момент, вам будет казаться, что практически ничего не происходит. Но идет отрисовка вот мелких каких-то деталюшек дополнительных, которые бы я не смог бы так расположить там, потому что там базовые элементы. Вот. Разравниваю, все идет, работа, кстати, работа, и все идет полностью с помощью мягкой кисти. Только мягкой кистью все нужно разравнивать и выравнивать. Потому что жесткие тени, я не знаю, может быть, поиграться там с настройками, чтобы убрать вообще жестких теней. Как проявляются жесткие тени с 3D на 2D? Сейчас расскажу. В общем, когда ты экспортируешь, все равно видно жесткие тени. Ну, вот я думаю, что там в настройках еще можно поиграться. Ну, ладно, попробую. Следующая отрисовка вам, если что, запишу видео. Жесткие тени — это будут пиксельные такие точки, которые присутствуют именно вот при экспорте. Когда ты сам, получается, отрисовываешь, ты работаешь с мягкой кистью, у тебя не будет жестких теней. Вот. И все. Поэтому проходишь по всему полностью персонажу и отрисовываешь ему все элементы. Здесь вот большая часть, конечно, вот такая вот самая яркая часть, это ее ободки, вот внизу, которые сейчас провожу. Даже не видно, как я мягкими тенями, мягкой кистью прорабатываю, получается, там вот текстуры. Но именно вот металлические части, они прям очень сильно подвержены жестким теням, потому что, как вы знаете, металл очень сильно отражается, тем более вот, который я вот этот выбрал. У него очень сильно отражающий, большая часть отражающей поверхности, поэтому ты тут добавляешь мягких переходов очень много по сравнению как с телом. Хотя тоже тут есть элементы, которые сильно виднеются. Ну, в общем, так вот. Кто досмотрел до конца, в принципе, сейчас будет оставшееся время до отрисовка, ну, ничего нового, ну, то есть ничего не добавится, ну, так, в общем, добавление деталей каких-то. Хочу поблагодарить, кто досмотрел до конца, ждите новых видео, обязательно, всем пока-пока.